Возможно, сказывается близость Нового года. Хорошо, да. Давайте тогда еще напомним для наших слушателей. WhatsApp и Viber 8-925-222-99-92. Если вы быстрее отгадаете, чем историк анимации... Вы мне шепотом подскажите. Хорошо, хорошо, давайте вам подсказываю. Остается три фрагмента. Один из них мультфильм кукольный. Но это не следующий фрагмент. А следующий фрагмент у нас? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем, кто кому уступает, скажи. Ну, это понятно, это да. Ну, размочили. Наш любимый, наш гениальный Леонов. Да, шикарно. А Сергей, мне кажется, просто благородно промолчал, так? Так. Ну, конечно. Дело в том, что я, да, как составитель энциклопедии советской мультипликации, тут я, конечно, думаю, вне конкуренции в этом плане, поэтому... Надо было отдельный просто список, Сергей составлял. Честный бой, да. Хорошо, ладно, следующий фрагмент. Я не жадный, я домовитый. Ну, до осени дотянем. Домовенок Кузя? Да. 3-2. Ой, а я сейчас озвучиваю на своем мультфильме сериал. Называется «Оранжевая корова». Я там папа бык. Я вспомнил. Я думаю, чем похвастаться. Там он, правда, немногословен, но вот иногда мы появляется и что-то говорит. Прекрасный сериал, и прекрасные актеры работают на нем. Да, так.